Привет всем, зовут меня Дмитрий, и мы продолжаем проходить игру «Безумный маг». Не забываем, ребята, ставить лайки, подписываться на мой канал и приятного просмотра. Ну что, ребята, усаживаемся поудобнее, мы начинаем. Поехали. Так, что нам надо сделать? Найти нужный кузов. И мы будем искать нужный кузов. Гляди в оба, не заехал колесом на бомбу. Так, обнаружен машин конвоя. Это черный колей среди конвоя. Не-не-не, мы конвой сейчас пока не будем трогать. И даже, ребята, испугался немного. Это жесть, конечно. Как пугать. Неожиданно. Найти нужный кузов. Мы сейчас будем искать. Нужный кузов. Так, нам сюда. О, у нас уже гопнички готовы. Ну, иди сюда. Не усовестно. Смотри, этот корпус для моей малышки. Так, трофейчик заберем. Что у нас еще здесь? Ломики, я так долго тебя ждал, святой, и даже несмотря на сомнения, я продолжал искать и мечтать о том, как однажды ангел. Что там ангел? Так и не понял. Хм. Патрончики у нас здесь. Так, нам этот кузов нужен? Так, что у нас лома? Здесь у нас два детали металлолома. Ломщика один и кузов автомобиля один. Так, еще один ломик надо найти. Кузов потом заберем. Вот. Секунду. Что ж ты выкидываешь-то? Так, два лома мы собрали. И еще нам что? Детали металлка. Так, а наверх мы можем залезть? Вот здесь мы можем. Так, эту деталь можно использовать для постройки проекта металлоломчики. Крепость, которой правит Джек. Необходимых деталей собрано 2 из 4. Так, еще что-нибудь здесь есть? Да нет, в принципе, только кузов забрать. Смотри, конвой эпических размеров. Место пожило. Так, а это для чего мы выстрелили? Доступен новый кузов. Этот кузов теперь доступен в вашем гараже. Так, все собрали мы. Смотри, пыльный демон. Лом — это валюта, которую нужно ценить. В руках жестянщика лоб превращается в отличное улучшение для шедевра и самого мага.
Шедевр «Любимый детище жестянщик» обладает огромным потенциалом. Его постоянное улучшение – ключ выживания пустоши. Установить требуемое улучшение для мастера в гараже. Так, здесь какое-то еще задание есть. Стоп. I gotta get into that camp. Мне нужно пробраться в лагерь. Объедем. А похоже, снайперы у нас. И что у нас? В здешних краях есть только один боец, который стоит принимать всерьез. Пулька, мерзкий пес. Я точно знаю, что он страсть, как боится огня. Так что имею это в виду. Можно власть его помочь. Be a good way to deal him some suffering. И ты видишь большой лагерь у подножия огромной статуи, его защищает глава поврежденного культя, который уязвим атакам огнем. Дополнительно мощного защиты периметра, тайный проход конструкции, тайник под аренной главаря. Информация добавлена в журнал. Ни огня нет. Как туда попасть? Ё, чисто. Снайпер оберегает. После улаги посмотрит в сторону города. Снайпер способен достичь нужды. Так, нам объехать надо, ребята. Попробуем отсюда, что ли? Он еще снайпер. У меня что, патронов нет? Помоги, она ранена. О! Да ёкломан. Давай, ремонтируй. Отлично. Да не надо было выстрелить. Нахрен ты выстрелил?
Блин, что я делал? Так, у меня и патронов нет. Откуда-то. Так, там что-то артефакт Гунгар. Зачем мне вообще позиционировать машину? Пока я не хочу. У меня свой лучше. Ладно. Патронов у меня, как понял, что от винтовки нету, а дробовика я все истратил. Эти металлические монстры пугало. Их в регионе полно. Так, надо пугало тогда. А я не могу? И почему? Либо гарпун третьего уровня. Так, а это внизу. Нам приближается орда воинов. Меня выгнали из маяка. Тамошний предводитель счел меня обузой. Бойцовский дух во мне угас. Я слишком старый и слабый для сражения с армией Гастауна. Но выбор за тобой. Поможешь мне, мы тогда поделим добычу. Или убьешь меня и заберешь все себе. Но убивать я тебя не буду. Почему я тебя буду убивать? Теперь мне плохого ничего не сделал. Да ты-то откуда взялся? Так, мне наверх надо теперь. За машинкой своей. За своей бибикой, ребят. Так, надо... Джит ехать. Поехали к Джит. Ого, не-не-не, так не ломайся. Так, бензина нам хватает, здоровья у нас, конечно, немножко плоховато.
Родовод типа. Враги жестян, чтобы можно было без риска для жизни. Так у меня мозг начинает дико саднить, когда меня обманывают. Ты собираешься делать, что обещал? Да подождешь. Точно будешь голосовать по любой на сияющих каркуна. Кто еще зрелищ? Может, же ты главный псих, но это наш. Если станешь поливать его грязью, я тебя. Так, а ну. Становись требуем улучшения. Гараже. На воротах кто-нибудь есть? Если они опустятся, я вам руки подрыву. Так. У нас есть все заготовки и запчасти. Закончить мастера можно уже сейчас. За последним штрихом нужно отправиться в крепость Брюхореза. Эй, не подходи. Я не чувствую себя безопасно. Просто опасность уменьшилась. Так, ну пойдемте к этому наверх, понял, что он там хочет от меня. Это твой обрез. Пойди, надо держать на диете первоклассных патронов. Патроны всегда нужны. Продолжай. Там что-то затевает. Воины из Кастауна берут нас клещи. Их предводителю шлема какой-то лёхой парень раскроил череп. Скоро на эти земли брушится гнев, Гастаун. Наше оружие не поможет. Нужен порох. Чёрный. Мертоносный. И при чем здесь я? Слушай, одно из моих ребят забрали работорговцев. Я от них сбежал и сказал, там есть пленник, который знает формулу черного пороха. Притащи сюда этого пленника. Только живого. Я ведаю рецепт. И у тебя будет пожизненный запас боеприпасов. Это хорошее. Джет хочет победить раба, который умеет готовить порох. Его взяла в плен банда отморозков. Найдите их в пещеру, освободите пленника. Задание пусто даже пороха. Вот я и пометил их логово. Попасть в пещеру рабов. Так, давайте. Даже не думай. Dunes, rocks, and roads are bustling with war boys. Так, ребята, давайте на этом серию мы закончим. Уже увидимся в следующей серии. С вами был Дмитрий. Всем пока.